Всем привет! Сегодня будем делать большой стол дубовый. Основные доски я уже отстрогал, сейчас все по порядку покажу. Если будет вам интересно процесс более подробный, оставляйте комментарии. То есть, если вам... Я сейчас буду делать уже с более-менее с готовых досок, то есть, которые уже отстрогал, отрисовал. Если процесс нужен более подробный, то в комментарии оставьте, насколько подробно, чтобы просто хронометраж увеличивается из-за этого. А теперь погнали, все по порядку. Ну, в общем, склеил я столешницу, но она склеена не целиком, она разбита на три части. Здесь сейчас 2,10 на метр с хвостиком шириной. Вот, для того, чтобы можно было прогнать это все через ресмус предварительно, потому что эта сторона вот струганная. И боковушки для того, чтобы склеить. Сейчас положу, увидите, что верхняя часть у него не струганная. Вот так вот. Во. Само разобралось, потому что я уже основные струбцины я снял. Здесь вот часть не струганная. Сейчас я буду уже прогонять. Она разобралась как раз на три части. Именно по ширине ресмуса. Вот три части. Сейчас буду прогонять через ресмус и уже соединять на доминошки основные части. И будет готова столешница. И дальше пойдем, потому что у него будут там немножко необычные ноги. И все это в черном венге. Все фишки же вам рассказал. Наверное, неинтересно будет смотреть. Кому интересно, погнали.
самое интересное, сейчас будем покрывать маслом тиковым. Вот такое вот тиковое масло прозрачное, но я его отдельно на разлив отколировал в цвет венге. Аж прям черный цвет. То есть обычное тиковое масло на разлив, бормовское. Здесь прозрачное, здесь цвет венге. Есть, естественно, естественный цвет венге, но он не черным, он таким с красна отзывает. А можно отколировать под тот цвет, который нужен. Он аж черный. Погнали. Ну вот уже все готово, только монтировать. Появился такой блеск, это я покрыл паркетным маслом быстрым. Просто первый слой был тиковое масло, колированное под венге. И вот уже появился блеск. Ну это, во-первых, же и защита хорошая. Теперь осталось только это все дело с
собирать декоративными штуками. Здесь закроем, типа вот как вот здесь на балке. Сейчас покажу. Столешница, вот такая получилась столешница, тоже покрыта бормовским маслом для паркета. Фактура видна. И сейчас она там на 21 день, как говорят, по максимуму будет твердой. Сейчас упаковать ее. И следующий уже выход в эфир, наверное, собранное видео уже в интерьере кухни черной. Ну, смотрится, конечно, классно. По идее, столешницу нужно клеить сороковочками маленькими. Но она такой красивой не будет. Она будет просто полосатая. А если делаешь шире, то она красивая, но есть шанс, что будет изгибаться. Потому для этого еще будет снизу вот такая штука прикручена, чтобы она держала ее. Вот, как-то так, друзья. Все. Ждем второго включения.